Всем привет, ребят! Ну что, наконец-то я добрался до аккаунтов победителей, и сегодня у нас трэш, как обычно на русском сервере. К сожалению, не знаю, не добавляет почему-то уже вторую неделю окников, там несколько человек в очереди, но я ничего не могу сделать. Ждем. На этом же аккаунте огник не нужен, он выбрал просто другой пак, пак с камнями, но так как сегодня день самка владельца, то сегодня будет очень много плюх, других подарок. В общем, поехали, заберем пак. Он попросил вот этот пак ему забрать. Сейчас мы его заберем. Очень выгодное предложение. Побегаем, посмотрим и покачаем на то, что у нас останется. Сейчас посмотрим аккаунт. Все, админ панелька сработала. Трах тебе дох, самики появились. Отлично. Так, находится он в гильдии Краснодар. Первые четвертые места. Прием с 300к после собеседования. Коллеги, кидайте заявочки, вступайте. Мэддевин топ-1. Да. Поехали посмотрим на аккаунт. Аккаунт у нас донатный. Чуть-чуть до Минотавра ему осталось, совсем чуть-чуть. И уже огник есть. Нифигово. Забираем плюхи. Камешки. А, сегодня в двойном. Я что-то не посмотрел, сколько мы там забрали. Сегодня на них действует тоже или нет? 1+1 специальное предложение. Возможно, действует 18 тысяч. Да. 1+1 у нас сработало. Отлично. Поехали в магазин скидок. Посмотрим, что здесь. 60 камней. Да, это смешно, конечно. Так, слизней у него хватает. Камни судьбы. Так, 15 монет и 2 у него в запасе. Я не знаю, давайте сменим, посмотрим. Ай, не то сменил. О, вот тут вот я то сменил. Забираем еще коробочки с чарами, однозначно сразу же пятые чарки выпадут. Блин, не буду пока трогать, остальное пусть будет. А хотя что не буду трогать, оно его надо в любом случае нам же потратить. 5. Давайте добавим уже 2. Заберем. Пусть будет. Так, окей. С этим мы разобрались. Карта богатства он позабирал. Фонтан. Это нам не интересно. Поехали, пробежимся. Замка владельца. Пакет накопления. Магазинное безумие. Безумие. Поехали, посмотрим, что там сегодня дают. Должны попытки тоже дать. Что себе, все прям распродают. Космо. Через 6 минут. Тут, может, кстати, успеем. Давайте посмотрим, что у него вообще делается по героям на аккаунте пока. Восьма нету. Землеройка. Короче, куча всего нету у него. Так, для прокачки мы ему уже повыбивали. А, блин, две коробки. Я что-то думал, что 10. Я втыканул. Так, это он собрал. Блин, обалденное сегодня предложение, конечно. Давайте откроем. Передача энергии и очищение, если я не ошибаюсь. Ну, такое себе. Так, а что у него вообще делается по осколкам? Давайте посмотрим. Космо. Ну, я думаю, на космо осколки лучше всего забирать. Ну, сколько нас там дало за пак. Кузнеца. Да, я, блин, скажу, не так уж и много получается. Временные акции. Давайте в кузницу. Не так уж и много и на русском сервере плюх. На английском сервере за 10 баксов можно собрать просто бешеных героев. Так, шестые коробки. 2 сундука. 30 финика. Мешки шестые всего. Да.
Печаль. Лучше феника забрать в его случае, чем мешки даже. Такс. Печально, печально на русском сервере. 6 минут, надо не прогаивать этот момент. Блин, жалко, остальные спят. Так. Что я хотел? А, я хотел посмотреть, что у него по героям. Нет, попробуем сейчас поролить. Сегодня как раз акция. Арктика Махатма, Свален Землеройка, Командора Трифит. Поехали. И сейчас посмотрим, сколько попыток у нас еще есть. Ну, самое главное, что у него уже огник есть. Это полбеды, скажем так. Аккаунт, в принципе, нормально собран. 12 попыток. Блин, можно нормально почти дособирать космо. Его так не продают сегодня. А, его и так даже продают. Можно было бы и космо забрать. В общем, ладно, поехали пока. Паролим. Пока есть у нас время. Может, вытащим кого-то недостающего. 450. Череп. Бугимен. Неплохо так начало. Бигфутик. Еще один бугич. Блин, так быстро самики уходят. Как жаль, как жаль. Одержимый. Одержимый. Кенди. Ну вы че, русский сервер? ББшка. ББшка. Одержимый опять. Гаргул. Фрейка. Ну, Фрейк. Кому Фрейя уже нужна, блин? Это жесть какая-то. Ну, в принципе, герои довольно-таки неплохие упали. Ну, чтобы там мега имбово упало, я бы не сказал. Ладно, давайте сейчас посмотрим, что там у него еще. А, кстати. Кстати. Заберем вот этот пак. Бонус плюс. Блин, люблю ролить, конечно, я. Давайте по 450. ББшка. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Бульдозер, укротитель. И, короче, не падает ничего на русском сервере. Говно сервер. Только раз сюда захожу, все время понимаю, что... Что зря? Зря я тут когда-то начал играть. Ну, многие продолжают. Тун-т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 ун. Блин. Интересно, сколько у него там попыток получилось. Я думаю, вряд ли мы сможем все забрать. Но до утра, если он побегает, в принципе, как вариант, то может и соберет. Сейчас посмотрим, у него 35. Не, ему, скорее всего, не хватит. Аккаунт называется аккаунт на полпути. 147. Кстати. Мы же ему забрали, у него же командорки не было. Поздравляю, еще один недостающий герой. Командорка. Скин там на нее есть. Сейчас так заходим, а там кагашек нифига не кагашек хватает уже, слава богу, всех. Ой, отлично. Поехали. А,
Ай-яй-яй-яй, быстрее, магазинное безумие. Тут, наверное, попыток 10 сейчас дадут. Блин, а что здесь не обновляется? На английском сервере так нормально обновляется. Что за бред? Больше всего люблю русский сервер, потому что оно так глючит обычно. Жесть, короче. Обалдеть, ребят. Называется, взяли, блин. Плюхи. Блять, жесть какая-то. Все уже распродано. Оно глючит, походу. Или это так быстро разбирают? Вот хрен поймешь. 3 часа целых ждать. Жесть, не могу на русском сервере. Аж стыдно сюда заходить. Даже не буду ничего забирать. Поехали. Поехали трешевать. С вас, короче, лайки, ребятушки. Отрываемся по полной. И что-то сделаем полезное на русском сервере. Админ панелька тащит. Чё, поздравляю, у тебя есть еще Космо. Космо. Такс. Космо. И у тебя уже есть Минотавр. Минотавр. Короче, мы сделали Командора, Космо, Минотавр. Короче, облики, все дела. Все как обычно. Короче, с безумием он сам разберется с магазином, я думаю. Минус 40%. Короче, херня полная. Такс. Ну что, поехали, попробуем. Попробуем выбить ему, блин, еще хоть кого-то недостающего, я надеюсь. Сердцеедка, тыква. Ну, не знаю, этих 1200, как по мне, блин, они для начального аккаунта только годные. И то не всегда. Жесть, короче. Ну, это все фигня. Самое главное, что мы ему вытащили обалденнейших героев. Обалденнейших. Вот они. Раз, два, три. Минотавр. Космо. Командора. Смотрите, так. Раз, два и три. Я надеюсь, у него там есть. А, у нас же тут еще куча плюх. Куда мы спешим? Свалено. Начали собирать свалено, называется. Короче, землеройка. Немножко. Дучки, ну давайте. Вот такое. Такое, короче. А вот это вот сейчас бум-бум. Отлично, ремочка еще. Ну, короче, нормально. Аккаунт может жить дальше. У него тут по чарам. Чарам все нормально, по камешкам все нормально. Короче, жизнь удалась. К обнове он готов тоже. Конечно, с героями. Ну, ему неплохо. Скоро догонит. Десяточку. Десяточки, правда, героев побольше уже есть. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Поздравляем парня с победой. Это была еженеделька 27 числа, если я не ошибаюсь. Всем удачи, всем пока.